Табака Андрея марта 2017 года. Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного суда Республики Хакасия состоит председательствующую судьи Рябова, пресс-секретаря Зарубина с участием обвинения Балрукина, его защитника адвоката кандидатуры, прокурора отдела прокуратуры Республики Хакасия Яроша, рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи материалы дела по апелляционной жалобе защитника обвинения Балрукина и адвоката кандидатуры на постановление Баканского городского суда Республики Хакасия от 17 февраля 2017 года. Суд апелляционной инстанции постановил постановление Абаканского городского суда Республики Хакасия 17 февраля 2017 года, которым Малыкину Игорю Васильевичу продлен срок содержания под стражей на 3 месяца, всего до 5 месяцев, то есть до 27 мая 2017 года, оставить без изменения апелляционную жалобу адвоката Гондакова без удовлетворения. Постановление суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции. Участникам судебного разбирательства напоминается право на ознакомление с протоколом судебного заседания путем подачи об этом заявления в течение 3 дней с момента окончания судебного заседания и принесения замечаний на протокол судебного заседания путем подачи в тот же срок со дня ознакомления с протоколом судебного заседания. Судебное заседание является закрытым. Всем спасибо за участие.